Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Любовь Белая, и сегодня я вам покажу, как сделать регистрацию очень просто и быстро на сайте клуба Incruises. Когда вы получили реферальную ссылку от своего знакомого или спонсора, вы открыли вот такой сайт и нажимаете кнопку «Регистрация». Регистрация открывается, вы видите бланк регистрации, кто у вас является спонсором, туда ли вы попали. Здесь все написано: имя, фамилия, имейл на русском языке. Но нам нужно все писать английскими. То есть имя пишем, допустим, Светлана. Так. Пускай будет Дмитрий, да? Так, Дмитрий. Фамилия. Email адрес пишем. Email адрес здесь стоял. Пишите ваш email адрес. Он должен быть на gmail.com. Ни в коем случае на ru, потому что mail.ru вообще не принимает система. Это сайт английский, как говорится, американский, поэтому почта должна быть соответствующая. Или может на yahoo.com. У меня вот на yahoo.com есть почта, и я указываю эту почту. Повторить еще раз. Копируете, можете копировать, или можете написать электронный адрес. И придумываете пароль. Пароль должен быть, как говорится, сложный, буквы и цифры. Я придумаю такой пароль и подтверждаю его еще раз. Так, выбираем мобильный телефон, выбираем сразу страну. Если это Украина, значит, я нахожу флаг Украины. Если это Россия, я нахожу флаг России. В обязательном порядке. Почему, вам скажу? Потому что в личном кабинете отображается, есть карта интересная, где вы можете видеть, откуда ваш приглашенный, то есть страну, соответственно. И пишем номер мобильного телефона. Плюс 38 в международном формате. Вот. И нажимаем «Регистрация». Здесь не надо запоминать. Может быть, кто и запоминает, если он сам регистрируется. Если вас кто-то регистрирует, то запоминать не надо. И вас сразу система перекидывает в личный кабинет. Вот, сейчас идет поиск, сессия. И вас перекинули в личный кабинет для оплаты вашего членства. Здесь все четко написано. Круизный член, то есть вы можете оплатить $100 в месяц, выбираете, или вы оплачиваете все вместе на $295. Значит, если вы хотите оплатить только $100, только свое членство, вы нажимаете кнопочку «Партнерство», выключаете его, и к оплате у вас будет $100. Если же вы хотите оплатить сразу все, вы нажимаете, у вас здесь обе стоят галочки, вы просто нажимаете «Перейти к оформлению заказа». Перейти к оформлению заказа, вы видите, выходит две платежные системы: PayPal и кредитная карта. С какой системы вам лучше оплачивать $295? Я, например, вот с кредитной карты оплачиваю. Значит, кредитная карта, вы можете видеть, Visa, MasterCard. Вот. Здесь вы делаете элементарные вещи, заполняете номер вашей карты, ставите дату, до какого срока действующая карта, и SWIFT-код. Значит, вот здесь Remember Me мы галочку никакую не ставим. Что это значит? Если вы здесь поставите галочку, это значит, что с этой картой ежемесячно будут списываться по $100 как членские взносы. Поэтому здесь никакой галочки мы не ставим, а мы нажимаем сразу Payout, и система вас загружает, и проходит оплата. Просто нужно сразу проверить, возможно ли вашей картой оплачивать в личном кабинете,
в интернете, есть ли там разрешение на доступный лимит, потому что разные карты, разные банки, они ставят там лимит на оплату в интернете. Для этого вы сразу можете просто зайти или в ваш интернет-банк, или связаться с работником банка и узнать, есть ли у вас на карте лимит. Второе. Дальше. Вот вы зарегистрировались и получили вот такой кабинет. Значит, вы можете сразу не делать оплату. Это тоже позволяется. Вы можете сразу оплату не делать. Что вам доступно в вашем кабинете? Давайте посмотрим. Вот у нас есть панель «Наше управление». Здесь есть профиль, где вы можете видеть свои настройки. Здесь лежит у вас вот. Вы можете загрузить сюда свою фотографию, вы можете видеть, кто ваш спонсор, вы можете здесь перевести язык, если у вас на английском стоит, перевести на русский. Но если вы регистрировались уже по ссылочке именно с RU, то у вас в кабинете сразу вы видите, будете на русском языке. А вот, и здесь кнопочка «Выйти». Значит, смотрим дальше, что у нас есть в кабинете. У нас вот эта левая сторона, это все есть управление нашим кабинетом. И здесь вот профиль. Значит, первое, что вам доступно, это круизы. Мы нажимаем на наши круизы. Вы видите в личном кабинете приветствие президента Майкла Хатчесона. Вы можете это посмотреть, нажать посмотреть, что вам доступно. Вам доступны вот такие площадки. Это Dream круизы, это наши внутренние круизы. И это Global Destination. Это та площадка, где мы можем выбирать более тысячи круизов. Значит, на этой площадке Dream Cruises у нас оплачивается только круизными долларами. Вот те доллары, которые мы накапливаем с вами каждый месяц. По 100 долларов платим членские взносы, и у нас появляется по 200 круизных долларов на нашем счету. На Global Destination мы оплату делаем 50 на 50. Что это значит? А давайте сейчас посмотрим, что это значит. Мы можем нажать на Global Destination и посмотреть, что нам доступно. Вот видите, здесь написано, похоже, вы не являетесь членом клуба. Сделайте апгрейд, чтобы стать членом клуба. Потому что членом клуба только доступно вот это предложение. Но мы сейчас просто посмотрим, это доступно всем. Вот, скажем, на Global Destination есть такие горящие туры, да, вот горящие круизы. Вот трехдневный круиз на Багамы стоит 355 долларов. Это я вам просто для примера показываю, потому что вот здесь мы можем выбирать абсолютно, задать то направление, то, что вы хотите, и посмотреть, какое направление, какие круизные линии вы хотите выбрать, Carnival Victory или там Celebrity или Costa Cruise, то есть в зависимости от того, какой круизный лайнер вы хотите выбрать, в зависимости от круизной линии. Потом, какой порт погрузки вы хотите выбрать, тоже ставите. Потом, дата, месяц, дата отплытия и дата приплытия, то есть прибытия. Вы можете выбирать это, скажем, если ставите там апрель месяц, апреля по июнь месяц, чтобы была такая, знаешь, двухмесячная, как говорится, термин минимум. Вот, длительность круиза вы тоже выбираете, сколько там, 3-5 ночей, 6-9 ночей или там 15 плюс ночей, и нажимаете, вам система ищет эти круизы, может предложить. Вот хочу сказать, посмотреть мы можем эти круизы, скажем, вот 7-дневный круиз, да, норвежский круиз из Майами, он идет 18 февраля, и стоит этот круиз 660 долларов. 660 долларов. Что это для нас значит? Это значит, что половину этой цены мы оплачиваем, 330 долларов мы оплачиваем со своего круизного счета, и 330 долларов мы оплачиваем со своей банковской карты. Вот это здесь мы можем посмотреть все эти круизы, их более тысячи, выбрать то, что вам нравится, выбрать пока по вашим. Вот есть горящий круиз, тоже видите, да, 27 февраля на Carnival круизные линии, шикарный Карибские острова, 5 дней, Carnival Paradis Liner, всего цена 371 доллар. То есть если брать, допустим, на двоих, да, вы покупаете, вы как член клуба заказываете этот круиз, у вас половину списывается с вашего круизного счета, а
гость, который с вами будет ехать, половину оплачивает со своей карты. То есть и ему выгодно, и вам очень хорошо, потому что вы едете чисто уже за деньги круизные, а человек за 150 и там, так, 150 и 20, ну, за 100, грубо говоря, за 190 долларов может отправиться 5-дневный круиз. Это очень и очень выгодное предложение абсолютно для людей, которые хотят отдохнуть, иметь хороший отдых, и этот отдых, чтобы был тоже по приемлемой цене. Вот, это так работает Global Destination. Как работает круизные, сейчас мы вернемся в личный кабинет, вот, и посмотрим, как же вот эту площадку Dream Cruises. Dream Cruises работает очень просто. Здесь у нас уже загружены круизы, то есть вы можете видеть эти круизы, которые у нас есть на нашем внутреннем, нашей внутренней площадке, которые мы покупаем, эти круизы, за наши круизные доллары. Здесь только за круизные доллары. Вот я вам покажу сейчас круиз, если он доступен, который мы сейчас собираемся очень дружной, хорошей командой, потому что круиз, вот он, 7 ночей, 8 дней, это по греческим островам, на шикарном лайнере, новейшем лайнере Majestic Princess, будет он идти с Афин с 30 апреля по 17 мая, с 30 апреля по 7 мая. Значит, хочу сказать, что когда человек пока еще только зарегистрирован и не оплачен, не имеет членства в клубе, ему недоступен посмотреть, какой же круиз, маршруты. То есть ему это не будет доступно, система просто попросит стать членом клуба. Вот. Но вы уже можете здесь увидеть, какие же есть у нас направления, какие есть для нас круизы. То есть вот это Sold, это круиз, который уже продан, его уже нету, да? Это вот Сидней, Австралия с 12 февраля по 21 февраля. Этот круиз 9 ночей, он уже нет, его уже продан, его можно, если для того, чтобы его приобрести, можно зайти на Global Destination и посмотреть. На Global Destination могут быть эти круизы. Найти. Значит, смотрите, у нас до конца 2017 года уже есть, куда мы можем поехать. Все зависит от того, насколько вы быстро будете накапливать свои круизные доллары. Потому что круизные доллары у нас накапливаются 200 долларов ежемесячно. Но если вы заходите как партнер клуба, активный партнер клуба, и начинаете приглашать людей, как круизеров, так и партнеров клуба, то за каждого 3 человека, которых вы пригласили в наш клуб, вы получаете 100 круизных долларов. То есть, таким образом вы можете увеличить свои круизные доллары и накопить быстрее. Вот вы видите, здесь Копенгаген, здание, да, майский, вот европейский, восточноевропейский круиз, шикарный, на 9 ночей, 10 дней, 9 ночей. А вот, сколько он стоит, это доступно только членам клуба. То есть, даже на бесплатной регистрации вы можете посмотреть личный кабинет, что доступно в личном кабинете. Сингапура есть, Майами, Флорида, а есть Гамбург, Германия, Венеция, Италия. Значит, штат Флорида, то же самое, карибские, да, североатлантический круиз из Бостона. То есть у нас получается вот 15 дней, 15 ночей, да, получается 16 дней Лос-Анджелеса с 2 числа, с 2 декабря по 17 декабря. То есть на любой ваш вкус. Я думаю, что немногие из вас были в круизе, поэтому особо сейчас вот там хочу, там не хочу. Вот то, что нам доступно, и вы когда станете членом клуба, оплатите членство 100 долларов, вы сами посмотрите, какие здесь стоят цены. Потому что для члена клуба цены стоят очень и очень хорошие. И плюс то, что учитывая, что мы платим здесь, бронируем здесь круизы за свои круизные доллары, а круизные доллары это мы платим 100, компания добавляет 100. То есть получается, что вот эти круизы нам обходятся 50% скидку. Хочу сказать, что вот этот греческий круиз, он стоит у нас на сайте 799 круизных долларов. Ну, будем считать 800 долларов, да?
Если вы посмотрите в интернете, вы можете найти этот круиз минимум от $799 реально. Вы вымете из кармана и оплатите. Для нас он реально стоит $400. То есть вы понимаете, какая экономия и какая выгода быть членом круизного клуба. Дальше посмотрим, что у нас еще откроется. Инфоцентр. Очень интересный и функциональный у нас личный кабинет. Поэтому мы можем посмотреть в разделе «Ресурсы». Сейчас посмотрим, откроется раздел «Ресурсы». Открылся. Раздел «Документы». Нет. Вот это не открывается. То есть вы можете посмотреть, что есть, какие наполнения есть в кабинете. Но дальше открывается только для членов клуба. Почему? Потому что в разделе «Документы» я хотела вам показать, какие документы у нас есть в этом разделе. Здесь абсолютно все есть на трех языках: на испанском, на английском, на русском. Все доступные вам документы. Вот. Когда вы хотите проплатить членство, будьте готовы проплатить партнерство в клубе, вы заходите в свой личный кабинет, нажимаете, у вас всегда будет выходить вот такая кнопочка, зелененькая панелька. Вы нажимаете на зеленую панель, и вас всегда будут перекидывать на систему оплаты. Вот пишет: пожалуйста, подождите. Здесь вы уже решили для себя, что вы заходите на полный пакет. И вы тогда делаете оплату, как я вам показывала. Если же вы решили пока зайти как круизер, чтобы не терять время, да, потому что все-таки каждый месяц это минус $200, вы выключаете партнера и переходите к оплате $100. Все очень просто. Нажимаете опять кредитную карту или PayPal и вносите только номер карты, дату, до какого активна карта, и SWIFT-код. Опять говорю, здесь не ставим, пожалуйста, никакой галочки. И оплачиваем $100. Все. Здесь ничего не требует там писать персональную там имя на карте. Нет. Картой вы можете любой оплатить. Неважно, не обязательно, чтобы эта карта была лично ваша, какого человека вы оплачиваете. Вы можете оплатить любой картой. Вот. Все, что я хотела вам сегодня показать, как зарегистрироваться, как оплатить и как посмотреть в нашем личном кабинете информацию. Приглашаю вас в наш круизный клуб. Ярких вам путешествий, отличного настроения. И вы всегда будете с нами, с нашей дружной командой. Регистрируйтесь, приглашайте людей. И увидите весь мир буквально за 5 лет. Это реально.